Кубик, а как тебе крутая идея? Зайти в магазин? Ого, что ты задумал? Я хочу купить новенького персонажа Фрика. Может быть, даже еще и Джеменчика? Не, Сёма, ты что, с ума сошел? Для того, чтобы купить Джемена, нам нужно играть еще очень долго. Нужно 36 тысяч чипов. Или просто активировать несколько промокодов. Интересно, вы знаете какие-нибудь или нет? Обязательно напишите в комментах, потому что в прошлом видосике я на рандоме угадал то, что есть промокод Диппер. Кубик, проверь, может быть, есть твой промокод в игре. Активируем. Блин, нифига не произошло. Ага, потому что в игре его 100% нету. Это очень грустно. Ладно, погнали, теперь тащи. Ага, будем просто вырубать абсолютно всех агентов. Сёма, а может ты лучше не будешь этого делать? В смысле? Вырубать агентов? Мы же для этого сюда и зашли. Нет, я имел в виду не прокачивать и не тратить чипы на этого скибидиста. А, сори, сразу не понял. Тем более нам можно его не прокачивать. В смысле? Я не понял. Ты чё, хочешь, чтобы он был каким-то нубасиком? Не, Сёма, я так понимаю, у Бориса есть какой-то план. Ага, у меня есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Смотри, дошли до 53 уровня. Так, и что дальше? Сейчас, мы быстренько вырубим этого камерамена Титана. Борис, я все еще не понимаю, что ты вообще задумал? Ага, я сразу же с ним справился. Ну, а теперь твой скибидишник просто будет проигрывать. Ты что творишь? Срочно вырубай этого спикера. Не, Сёма, походу твой скибидишник все-таки немного проигрывает. И зачем вы это сделали? Это будет наша тактика. Мы просто будем доходить до 54 уровня и выходить в менюшку. Так, Борис, объясни-ка, пожалуйста, зачем нужно это делать? Для того, чтобы нафармить как можно больше чипов. Это такая моя гениальная тактика. Какая же нафиг тактика? Вы вообще офигели, что ли? Мы должны прокачиваться. Сёма, так мы же специально для этого и стараемся накопить как можно больше чипов. Ну уж нет, меня такой план не устраивает. А что ты тогда хочешь делать? Я сейчас буду выносить всех этих чуваков. Ага, ну вот вынесли твоих камераменчиков. И чего ты этим добился? Я сейчас просто возьму и прокачаюсь как самый настоящий про. Сёма, а скажи-ка мне, пожалуйста, до какого уровня ты хочешь докачаться? Ну не знаю, где-нибудь до тысячного было бы славно. Ты чё, вообще с ума сошел? До какого нафиг тысячного? Вот блин, пришлось еще смотреть рекламу. Борис, а ты как думаешь, до какого уровня сейчас может дойти СМН? Ага, не знаю, наверное, прямо сейчас просто зальется. Ты офигел что ли? Я сейчас точно затащу. Этот камераменчик вообще лошара. Ага, Сёма, мы так и подумали. Давай уже вырубай его. Да вообще на изи. Все, Кубик, я с ним расправился. Окей, а я тоже на самом деле думал, что Сёма зальется еще в прошлом уровне. Не все так просто. Я же говорил, что я настоящий про со скибидистов. Одну минуту спустя. Ага, ну давай посмотрим, какой ты про. Уже 60 уровень. Ну все, вызов принят, чуваки. Вам всем сейчас будет хана. Ой, у меня походу проблемки. Ой, Сёма, тебя походу загазили. Чего, блин? В смысле? На последнем уровне? Да уж, придется все начинать сначала. Кубик, я, наверное, пожалуй, лучше пойду. Поиграйте немножко без меня. Ну, знаете, я в этом на самом деле тоже участие принимать не планировал. Поэтому просто уйду. Я не понял. Меня что, одного оставили? Ну ладно, вызов. Принят! Несколько часов спустя. Ну чё, парни, как успехи? Я не знаю, Борис, я тоже только что подошел. Сёма, ты серьезно? Ух, парни, я капец как запарился, несколько часов играл и получил почти что 20 тысяч чипов. Сёма, а ты понимаешь, что нам даже не хватит на вот этого второго скибидиста Фрика? Кубик, я знаю способ, как нафармить чипы. Под прошлым видосиком в комментариях я увидел вот такой вот промокод. Промокод мага? Мы же его вроде бы тестировали. Окей, давай активируем. Плюс 1000 чипов. А я не понял, а раньше он что, не работал? Кубик, там мы пробовали промокод Магадан. Это оказался нерабочий. О, я еще знаю, что есть промокод старт. Сейчас я его активирую. Блин, походу не сработало. Ага, Сёма, все твои промокоды, которые ты пытаешься нам навязать, они все фейковые, поэтому я тебя даже слушать не буду. Стоп, что ты задумал? Да может мы все-таки еще на кого-нибудь подковим? Например, на Джимена? Ну уж нет, спасибо. Наша сегодняшняя цель была купить этого Фрика. И мы сразу же это сделаем. Потратим 20 тысяч чипов, а ты можешь поставить лайк абсолютно бесплатно. Ага, это было бы очень круто, если бы ты поставил лайкосик. И возможно в скором времени мы еще купим себе какие-нибудь топовые пушки. Ну, в этом я, конечно, не уверен, нафиг они вообще нужны. В смысле, Сёма, ты что, совсем глупый? Мы же должны здесь купить абсолютно все в магазине. Ага, и сколько?
скоро этим займемся. А теперь пока что давай затестируем этого новенького чувачка. Надеюсь, что он будет хотя бы чуточку имбовее, чем предыдущий бандит. Да, Кубик, мне кажется, что он вообще очень крутой. Так, урончика вроде бы уже побольше. Сама, мне кажется, у него побольше урона только за счет того, что мы его чуточку прокачали. Ага, вот именно. Так, ладно, пока что у нас идут самые нубские чуваки. Ага, и мы их убиваем всего лишь за 2 удара. Сейчас нам нужно будет дойти до следующего титана. Это будет, конечно же, камерамен. И его-то я сейчас вырублю. Так, Кубик, сейчас я использую свою ульту. Посмотрим, что же она делает. Ого, сразу мега удар. Тёма, у меня есть такое предчувствие, что вот эта вот ульта была даже хуже, чем на предыдущем скибиднишнике. Ага, мне тоже так показалось. То есть, получается, он стоит дороже, а на самом деле он еще хуже. Не, Кубик, такого не может быть. Может, мы просто что-то не так поняли? Возможно, это реально какая-то подстава. Так, окей, давай все-таки попробуем выиграть эти уровни. Стоп, Кубик, а на каком мы сейчас уровне? Ну, можно видос перемотать, и вроде бы я видел то, что был уровень 56. Перемотайте, пожалуйста, напишите в комментах, а то вдруг Кубик нас обманывает. Не, Борис, я никогда не хотел вас обманывать. Так, подожди, нужно сейчас попытаться как-то вырубить этого чувака. Я просто жду, пока у нас перезарядится ульта. Ну а мы сейчас его просто... А чё сейчас только что было? Чё-чё? Ты просто продул Мубазина! Кубик, ты как вообще мог слиться? Да вы же сами только что своими глазами видели, то что я просто стоял, ждал. У нас должны быть восклицательные знаки слева, справа или сразу же с двух сторон. А на том Титане ничего не было. Может, это просто игра залагала? Возможно, так и есть. Из-за этих лагов я просто слил катку. Офигенно! Нет, ты ее слил, потому что ты Нубазина! Так, Сёма, помолчи, пожалуйста. Ты вообще играл несколько часов и даже не продвинулся ни на один уровень. Ого, Кубик, смотри, какая-то реклама с именинниками. Кстати, Кубик, у тебя же тоже скоро день рождения. Ну да, через несколько дней. А что? Давай мы сделаем тебе какой-нибудь подарок. Я думаю, самым лучшим подарком было бы, если бы ты прямо сейчас подписался на канал. Ага, давай, подпишись прямо сейчас, и Кубик реально будет очень рад в свой день рождения. Ага, вот бы, конечно, еще до дня рождения добить 1 миллион подписчиков. Это, конечно, скорее всего, невозможно. Кубик, мне кажется, нет ничего невозможного. Ага, ну набрать 175 тысяч подписчиков за пару дней будет реально немножко затруднительно. Ну да, согласен, может быть сложно. Ага, Сёма, как обычно, просто переобулся. Так, Борис, все, не отвлекай, я просто стараюсь идти дальше. Сейчас мы вынесем еще одного спикер-титана. Угу, если у тебя вообще получится это сделать. Сёма, в этот раз я уверен на все 100%, что получится. Я сейчас тупить не буду, просто возьму и его размотаю. Главное только вовремя уворачиваться. Ага, и у тебя это получилось. Так, а мы переходим уже на 57 уровень. Это, конечно же, хорошо. Осталось совсем чуть-чуть. И у нас уже будет 100-й. Ага, размечтался. Нам хотя бы до 60-го бы еще дойти. Кубик, а да я сыграю. Я просто так далеко еще даже не заходил. Серьезно? Ты играл несколько часов и максимум доходил до какого-то 55-го уровня? Да блин, ты просто не представляешь, как хардкорно играть с этими вашими агентами. Ага, это ты правильно подметил. Они не какие-то там нубики. Да уж, с ними сражаться реально очень сложно. Я бы даже сказал, почти невозможно. Но мы все равно уже дошли до 59 уровня. Прямо сейчас пройдем его успешно. Осталось только вынести этого мальчика. Так, конечно, не хочется этого делать, но все-таки пришлось. Ага, а теперь самое интересное, 60-й левел. Только Сёме его доверять не будем, потому что он, как обычно, сольется. Борис, полностью с тобой согласен. Будем лучше играть сами. Сейчас, я сначала вынесу этого чувака. Тогда следующий титанчик будет мой. Интересно, кто там будет? Борис, нам снова подсунули камерамена Титана. Ха-ха, ну все, это будет изи. У него, конечно, больше 3000 хп. Ага, и нужно быть максимально аккуратными. Самое главное, уворачиваться. Да-да, Кубик, я помню. Я, если что, вовремя нажимаю на все кнопки. Только вот у нас наверху есть голубая полоска, и она уже почти что закончилась. Но Борис все равно выиграл. О, смотри, опять реклама с именинником. Давайте еще один Кубику подарочек сделаем. Прямо сейчас поставим лайк. И можно еще этим видосиком поделиться со своим другом. Да, нажимай на кнопку поделиться. И тогда в следующих видосиках мы купим следующих скибинистов. Опа. Пока что можно купить какую-нибудь оружку или капсулу. Тёма, может, лучше не надо? Давай сэкономим чипы. Да не, пофиг, давай купим вот эту капсулу демона. Кстати, Кубик, ты же помнишь, что она просто перекрашивает туалеты. Точняк, совсем об этом забыл. Давай посмотрим, как же будет выглядеть такой красный тубзик. Мне кажется, вообще очень стильно. Сейчас его покрасим. Ого! Ну да, согласен, это его точно немножечко преобразило. Теперь нужно его затестировать. А чё он в катке белый?
Вот этого прикола я тоже не понял. Ну если, а что, зелька не работает? Не, Сёма, смотри, у нас по бокам есть красное свечение. Это значит, что зелье активировано, просто походу с самим туалетом произошел какой-то баг. Бобик, это что, получается, что зелька вообще никого не перекрашивает? А вот это я не знаю. Можем просто поменять обратно на предыдущего туалета и у него посмотреть. Бобик, ты что гонишь? Он же там вообще с текстуркой военного. Он точно не поменяется. А мне кажется, что поменяется. Так, давайте прекратим спорить. Просто сейчас его покрасим и проверим. И если это сработает, тогда все поставят лайки. Можешь пока что потихоньку начинать это делать. А мы обратно поставили вояку. Прямо сейчас заходим в катку. Можем его еще немного прокачать. Ну, я этого делать, конечно, не хотел. Я бы лучше чипы еще чутка сэкономил. Кубик, да нафига их экономить? Лучше прокачаться до максимума. Ну ладно, как скажешь. А теперь используем зельку. И у меня тоже есть такое предчувствие, что свет не сработает. Воу. Ну ладно. Так, здесь перекрасилось. Теперь осталось проверить на карте. Парни, сработало. А почему даже на военном туалете цвет поменялся, а на обычном ничего не произошло? Походу, эта игра еще немножко недоработана. Ага, нужно будет разработчикам этой игры обязательно сообщить об этом баге. Но только чуть-чуть попозже. Сейчас я сначала катку затащу. Ага, если у тебя вообще это получится. Борис, я думаю, что мы его немного поможем. Сейчас придется одолеть вот этого титана. Кстати, ты посмотри, насколько наш туалет огромнее, чем он. Ага, титанчик по сравнению с нами вообще малыш. Но мы тем временем сражаемся с настоящим вандусменом. Только сейчас у нас тоже есть небольшие проблемки с жизнями. Ого, кубик, как ты вообще его выиграл? Просто я умею играть, в отличие от некоторых. Ага, это ты правильно подметил. Смену вообще доверять нельзя. В смысле? Я вроде бы нормально играю. Ага, это мы уже заметили. Так, парни, а вам не кажется то, что вот этот чувак реально сильнее, чем предыдущий? Ты имеешь в виду тот самый мутант с несколькими головами? Ага, да, говорю про него. Не, кубик, но тот ведь чувак дороже. Он не может быть хуже. Да просто у него рта наносит намного больше урона, а там всего лишь 3 ударчика головой. Причем есть небольшая несостыковка. Голов там вроде бы 5 штук, а ударов всего лишь 3. Это реально как-то неправильно. Ну вот, смотри. Этот вояка тоже нанес всего лишь 1000 урона своей ультой. Ладно, нужно будет еще обязательно сравнить этих чуваков, только их желательно не прокачивать, а пока что просто постараемся справиться с этим титаном, и походу все получилось успешно. Йо-го, еще плюс 500 чипов! Парни, а может быть еще накопим на какого-нибудь скибидиста? Ага, обязательно это сделаем. Мне кажется, что следующая покупка будет череп, или может быть даже настоящий джимен. Если ты не хочешь этого пропустить, прямо сейчас поставь лайк, а обязательно подпишись на канал. И не забудь, конечно же, глянуть следующее видео, которое здесь уже появилось, ведь тебе осталось просто на него нажать.